Голливудский продюсер Дэвид Вуд объявил о намерении снять фильм «Воскресенье», который станет продолжением имевшего большой успех фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы», сообщает корреспондент TBN со ссылки на Christian Today. Фильм Гибсона рассказал зрителям о 12 последних часах жизни Иисуса. Но, как подчеркнул Вуд, настоящая сила христианства – это воскресший Христос, поскольку именно реальная сила Его воскресения делает нас христианами. Согласно задумке Вуда, его фильм расскажет о воскресении и последующих событиях, описанных в Библии. По оценке продюсера, затраты на производство фильма составят около 40 миллионов долларов. Он планирует начать финансировать фильм через христианское сообщество верующих. Вуд выразил надежду, что многие христиане пожелают стать духовными продюсерами нового проекта. Для этого нужно пожертвовать на его производство как минимум 25 долларов, молиться за успех проекта и рекламировать его друзьям через социальные сети. Духовные продюсеры будут иметь возможность участвовать в процессе создания фильма, предлагая идеи для сценария и помогая отбирать актеров. По словам Вуда, прокат фильм также будет уникальным. На премьерной неделе он будет показан не только в кинотеатрах, но и в храмах, школах. «Буквально весь мир будет смотреть этот фильм в одни и те же выходные», – сказал продюсер. «Когда настанет кульминационный момент, мы верим, что Бог скажет нам привлечь сценариста и написать сценарий. Мы даже не знаем пока, кто это будет. Мы действительно стараемся делать то, что Бог говорит нам делать. И это звучит нелепо, но мы верим, что это самый лучший способ делать это», – сказал Вуд. «Мы планируем заниматься маркетингом в течение 1,5–2,5 лет перед тем, как снять и выпустить фильм. Это новый способ кинопроизводства».